А что с сигаретой, что за инцидент произошел? Она сказала, что у нее нет сигарет, а с нее были сигареты. Из-за этого мы начали ругаться, повышать друг на друга голос. Вот начал бить его, так раз 4 я ударил его кулаками. Покажите, пожалуйста, прямо на манекене, куда, в какое место? Вот в голове, прямо сюда, вот, разными руками по очереди. Подошел, начал его ногой сначала в лицо бить. Это левый, раз, 3-4. Вот не, он не левый, он правый бил. А потом правый уже ага. вот сюда. Вот, правый, вот, правый сюда, а по лицу? И правый сюда же. Угу. Раз по 4. Угу. Я не считал. Сюда. Покажите, пожалуйста, как именно прям все происходило. Вот отсюда. Покажите, ага. Вот так встает и вот уже... На корочке приседает, получается? Да. Сколько ударов раз наносит? Раз 5. И, соответственно, потом он еще раз 5 вот так вот по телу. По туловищу. Я также не менее 5 раз ударил сюда. В шею, да? Да. И вот уже ближе вот сюда вот. И в голову. Уже где кадык вот прям вот. Потом, не выключая, кидает плитку на них, чтобы лицо сгорелось. Угу. И мы убегаем в этот момент.